Ливни, ветер и жара. Штормовое предупреждение объявили синоптики в Астане и 15 областях Казахстана. Атмосферные фронтальные разделы по-прежнему будут сохранять неустойчивый характер погоды. На большей части страны ожидаются дожди с грозами. Лишь на юге и в центре будет без осадков, сообщили в Казгидромете. По республике прогнозируется усиление ветра, град в северных и восточных областях, шквал. А вот днем в Алматинской, Атырауской, Мангыстауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, также на юге Карагандинской и областях Житысу и Абай будет сильная жара. В этих регионах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.